Никто не забыт. 21 июня, в канун 73-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в Оренбурге пройдет акция «Свеча памяти». Студенты, представители общественных объединений и организаций с зажженными свечами в полной тишине пройдут по улице Советской до набережной и спустят их в воды Урала. Сбор участников у дома 31 по улице Советской 21 июня в 22:30. Зажжение свечей состоится и у мемориала «Вечный огонь» в выставочном комплексе «Салют Победы». На мероприятие приглашены отдыхающие в детских загородных лагерях юные оренбуржцы. Они зажгут свечи ровно в 4 утра 22 июня, в час, когда 73 года назад фашистская Германия вероломно вторглась в пределы СССР.